Негредо борется здесь с датским защитником. Так, что будет? Пироти набрасывает мяч. Альфаро, гол! Ну что ж, это было мастерски разыграно. Это было разыграно просто мастерски. Интересно, мне показалось, или действительно успел Пироти поднять голову и посмотреть, где партнер. Если так, то он все исполнил просто ювелирно. Болтанул защитника. Нет, потом уже поднял голову. Ну, в принципе, он сделал... Не то, что передачу не глядя, а понятно же, что вот если он идет в обыгрыш, то уже должен туда подобраться партнер и каким-то образом где-то на дальней штанге дежурить. Очень здорово сыграл Альфаро, ну и Тилига его, безусловно, упустил. Очень счастлив второй тренер ТВНЕТ. Я уже рассказывал о нем как-то. Футболист, много по разным командам поигравший, за Севилью в том числе играл. Честно говоря, сейчас насколько не помню, воспитанник ли он клуба. Ну, вот такой футболист средней руки, даже пониже, чем средний, ничего особенного не добившийся. Но вот, вроде как не без успеха, начал он тренерскую карьеру. И сейчас...